Пихарь, Animation Studios представляет Тачки 2. Козюлька, это оранжевая, Disney Interactive Studios тоже тут подписались. Вторая часть Тачек. Ну это там, про мультик-то где лодки с глазами, машины с глазами. Ну вот уже и финиш. Если кому-то и финиш, то исключительно вам. Это тебя, братец? Дадим. Многоствольный пулемет готов. А, блестящая мысль. Да, здорово, Мэтр. Хорошо тренируемся, Холли. Давай еще раз. Погоди, Мэтр, дай другим попробовать. Ну, значит, как говорится, желаю вам не скучать. Так, теперь все выглядит не мультяшно, а больно компьютерно. Все в какой-то такой зализанной, засвеченной фигулине. На мультик не шибко похоже. Ну так, уже компьютерный. Совсем компьютерная хреновина пошла. Вначале опять все закрыто. Тут уже гонки. Тут не в основном на логическую какую-то интеллектуальную нагрузку. Нифига подобного. Много треков разных. Не все открыты, конечно. Тидикс. Перед некоторыми треками проходишь обучение попутно. В общем, посмотрим на некоторые трассы, да и в общем-то и все. Машин много. Попутно их все откроете, купите. Ну видите, уж такой он. Чисто компьютерный вид. И-е-е! Поехали! Все сделано в каком-то виде этого. Они якобы играют эти. Какую-то игру компьютерную, видимо. Я так понял. Вот, типа и компьютер проецирует им тут гонки какие-то. Ух ты, еб. Они уже на нетросе, главное, стартуют вообще. Куда деваться? Бочки взрываются, надо объезжать. Нитро есть. Вся эта фигулина снизу показана. Хаба! Оба! Можно вот так вот ехать. Хаба! Управление, конечно, меняется, когда с задницей едешь вперед. Может прыгушки сделать. Нитросик взять. Дрифтануть тоже. Потолкаться где тут? Кого толкануть где? Нету. Оба! Оба! А, во! Вот туда! На тебя! Баньку! Ох, нифига! Кому тут за трещину выписать? Да, соперники дерутся. Гоняем по разным городам мира, типа Китай, Фигань, там все такое. Оба! Не тудись! Бух! Не знаю, зачем эти развороты, видимо. Дальше по игре нужно будет все-таки. В общем, выходим из этой штуки в другую гонку, посмотрим. Все компьютерно. Красиво, ну как-то уже отошли от мультика, видимо. Тренинг.
как-то озвучки нет никакой, разговаривающей. Они ничего не говорят. Вот. Стоят, типа, тишина. Чего стоят? И тут, наверное, фразы какие-то должны звучать, да? Кажется, что игра зависла. Но этот крендель вперед уезжает. А мы за ним повторять будем. Тренировочные уровни, они все вот с такой фигни начинаются, в общем-то. Чтобы детиски понимали, что надо делать. Тут надо дрифтануть, а не дрифтануть. Это ж прикольно, что тут всех фигулик сделали. И так, и сяк. О! Ну так где-то. И опять. Что-то стоят, ни разговоров, ничего. С первых частей как-то привыкаешь уже, что они там что-то говорят, ругаются, там еще что-то высказывают. А здесь вообще все втихую какую-то происходит, как будто у них кляп в рожу затыкнут. Ни бы ни мы, вообще какой-то. Скучно. Так-то играю хорошо все. Ну как-то вообще. С разговорами было лучше. Даже при ударах там так обгоняют, что-то говорили. Вообще ни хрена. Скукотища, да и только. Чего вот они стоят? Видимо, что-то говорить должны. Может, у меня версия такая умная прям. Вся заставка на Русише. Старались, старались, не достарались. Отошли за угол немного. Вдохнули, да? Ну... Угу. Что это за хрень, не знаю. Видимо, какая-то защита. Надо разогнаться и пик-пик. Два раза нажать. Оу. Вот это хреновина. Батюшки, как клёво. Да клёво, нормально. Игра для детей. Им тут торчаться хватит. Фигня, видимо, на полную не тросит только. Тут-пам-пам. Всё, типа, выиграли какие-то очки там. И выход, да? Тренировочные уровни, выходим нафиг от них. Так, тут у нас какие-то уровни открытые. Погоняем. Парочка штук. Красный, давай вперед гнать. Угу. Гонка со стрельбой. Тишина, все молчат. Оказывается, Маквин не такой шустрый на старте. Стартует не быстрее грузовика. Ах вы, мудаки. Сейчас тут постреляем. Надо только кого-то вперед-то пропустить. Давайте, детки, где вы там? Бабах, бабах! Бабах-тарабах. Пурурум-пурурум-пурурум-пирурум-пурурум-пурурум-пурурум. Ну где вы там, гоблины? Да-да-да-да-да-да-да-да. Хаба.
Ворот какие-то, а, это этим боком надо проезжать. Вя-вя-вя-вя-вя-вя-вям. Гаденыш. Тут чипока. Чипоканул. Чипока-чипока. Выиграть можно легко. Проблем особых нету. Может быть, на начальных уровнях, конечно, просто. Ну, очень легко. О, как! Туда надо, туда запрыгивать. Гоблины, где вы? А, назад, может, так стрелять будет. Хопаньки. Хопаньки. Труляля и раздаем. Обычно по три круга все. Пык, прыг, 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 пык, пык, прыг. Вообще ни одно слово не издают. Скукотища жуткая. Гонка как гонка получается. Да, финиш-то уже. Он не три круга, а четыре проезжаешь все время. Ну и чего? Следующий. Тыкс, 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 гараж, тачки, вот они все, что у нас открыты. Новенькие какие-то. Формула 1, я сомневаюсь, что он едет прям намного быстрее. Скорость у них всех примерно одинаковая. Фигу, да? Фиг покажет, спортпрототип типа. Тоже особой скоростью не отличается. Хотя должен. Подобие Корвета. Гоночной версии. Так, куда? Не туда. Точно сбрасываю. Тут не могут сделать нормальное меню, чтобы ты, выходя из гаража, блин, оставался на том же месте, смотрел. Типа скоростная тачка. Да. В общем, остальное все закрыто. Тихонько, может, откроется. Купится. Екстри. Введите код. Угу. Ой. Метр приехали. Прикатиль. Посмотрим, что за свободная игра. Гонка, давай драку какую-нибудь. Спринт, не спринт. Так, ё! Пойдем сражаться! О, хотя бы тут никакого гоблина нету трындящего. Но все равно скучно. Как всегда, в начале первого круга все поддаются. Быренько их обходим потом.
Всех сметает нафиг. Упся. Туда нельзя. Это была Гинза Спринт. Вистарань. Первая гонка, типа, поедем, покатаемся на джипосе. Да, джип-стартеры позади оставили. Ох, кому-то там сейчас влетит. Есть контакт. Ты куда же хреново едет? Ты гляди-ка, сделали. Надо же, надо же. Бабах! Сломал чего-то там. Тут еще шутки в виде контейнеров. Выкуси! Ух ты, елки! Маквину надрали под заднику. Пипилин сприт. Блин, как же скучно, вообще не могу. На первой части после этой второй как-то больше полюбил, больше, чем это. Короботик. Тирин-тирин-тирин. Трасса вроде другая. Но все там же. Хотя, наверное, ошибаюсь. Давай, Корветос, сделай всех в понос! Да, не выходит у него. У меня. Ни хрена подобного. Что это мне дает? Я так и не въехал. Нитро, наверное, какой-нибудь. Ах ты, пидло! После нескольких выходов из игры, ой, из гонки, игра просто зависает, черный экран и все, и трындец.
Такс. Даже вот следующее я нажал после выигранной гонки, да? Она все равно повисла, сволочь. Ну, видимо, все равно сохранилось. Автосохранение сделало свою работу и нормалек. О, формула, давай-ка. Че, опять это? Да ё-моё. Опять эта трасса, ну сколько можно-то? Вроде разные, все то же самое. Запорожец, видали? Вон запор наш. Типа какой-то спецагент. Игра в агентурную сеть какую-то. Гонки определяет победителя какого-то. Скукотища. Ну хоть бы они что-то там выдавали бы. Это было гораздо веселее бы. Так. Гонка с дракой, что ли? Угу. Что за самолеты, позырим? Погнали-ка на каком-нибудь новеньком. Давай же стартовать, ядрёна ложь. Все молчат. Тебе за агента 007. По этой тематике вся игра сделана, видимо. Игра это не в агентов каких-то. В агентурную сеть. А, за это мне трос дают, вот в чем дело. Баба! Кому тут треснуть еще за трещину? Опа! Сам в трещину попал. Где на оружие ты взял? Тут разве оружие есть? О, есть. Подлюга! Натя! Харбор спринт, вау! Ух, типа вода, типа лодочки. Так, мультяшно чуть-чуть. Не отходя от компьютерной графы. Ох ты, ёшманный батон! Не туда я.
Мартинкин, стой! Ух ты, как я схалтурил-то. Ух ты! Не туда сиганул. Там съешь, срезать можно, что ли, по деревянному мосту? Ты смотри-ка, а? Можно. Мартинкин, держи! Похрен все. Не, не похрен. Ну что еще среди гор погонять? Казино, ну типа тоже, по-моему, возле моря. О, Англия, что ли? Мост там этот. Ух ты, с автобусами, что ли, будем гоняться? Ну хоть что-нибудь могли бы там пырканье какой-нибудь хоть делать, ёшкин батон-то. Неплохой уровень. Стал вышибаемый даже. Привет, Лондон! Лондон, если буковку L перевернуть, ну как Г, да, то читать что получится. Вот тебе, да выпендривался. Ух ты, кто это меня так, хераси. А автобуса можно сейчас чпокнуть? Не, херня. Вот это они молодцы, хороший уровень придумали. Трек. Падла! Вот ё. Тыкс, атака, чё там? Атаковать-то будем. Я уже гонял, не гонял. А, ну, такие же трассы, просто с другим типом, что ли? Ну-ка, чё, тоже Англия? Угу. Другая трасса просто. Чё атаковать-то будем? Гонка на время. Угу. А, атаковать этих шмакодявок вот этих. Во, точно. Там где-то была такая фигурина. Как можно больше сбить тачек надо. Нихера. Блин, куда стреляешь-то?
Еще тип какой-то соревновательной деятельности. Давай среди гор водопадов прохерачим. Нет, погоди-ка, а что там за настройки? Сложность. Ну-ка, подожди-ка. Сложность. Может по-другому было поменять, главное. Мало оружия. Ух ты. Оружие разное. Замечательно. Это то, что появляется, видимо. Грустный огонь. Да, окей, блин. Поехали. Что-то. Ну давай, на красном поедем. Сейчас я всех расстреляю. Куда ехать, ни хрена не знаю. Что это за фигня такая? Проехать по траектории. И чего? А, это он показывает, кого стрелять, что ли? Ну-ка, стой! Блин, покажи мне, кто там, где там. Ни хрена не могу показать, в общем, не дают они показать. Ой, типа сбил его. Испарили Маквина, ну все, покеду. Да нет, живой, конечно, что. А, вот, какие-то еще серии тут. Дан-дан-дан-дан-дан. Разные то, что было, да? Угу. Тирин, 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 тирин. Угу, тоже такая же хреновина, в общем, ну ладно. Погоняйте, покатайтесь, очень интересно. Это что за компьютер? 100 очков получил за эту херулину. Ну понятно все, в общем, ладно, хорош.